fucking money. Ну что ж, взрываем двадцатку на этот тел. Итак, дамы и господа, я приобрел себе iPhone 11. Вот в такой вот старого вида коробке. На 128 гигабайт за 20 тысяч рублей. Давайте сделаем его unpackage. Итак, открываем. Здесь нас встречает Ипхан. Вот в таком вот белом цвете. Он у нас абсолютно не вскрывашка. По корпусу, конечно, есть царапинки. Точнее, не по корпусу, а по дисплейчику. Сейчас все это оттерем. Наклеим премиальный защитный стекло, но самое главное, до заклейки. Надо будет вычистить вот эти вот сеточки. Они у нас очень сильно обосраны. Естественно, фейс, все функции полностью работают. Что мне нравится, что здесь состояние аккумулятора 82%. В принципе, нормально для 11-го айфона. Ведь они уже сейчас все идут в основном 76-80%. Но у него есть один небольшой минус. У него не работает вибромоторчик. В принципе, это не очень мне критично. Ведь рынок данных телефонов сейчас в пределах 23-27 тысяч рублей. Ну, конечно, в идеальном состоянии, в принципе. Но зато у меня аккумулятор получше. Сейчас буду переходить со своей XR в этот 11. Тем самым записываю видео в плейлист, как я иду к новому 15-му айфону. Своими маленькими шажочками. Мы уже преодолели очень длинный путь с 6-ки до 11-го, поэтому погнали дальше. Так, ну что ж, приложение скачали, сейчас все почистим. И потом уже можно наклеить защитное стекло будет. Let's go. Вот такие вот царапинки на нем имеет, к сожалению. Сейчас закроем это защиткой. Так, дела идут таким образом, чтобы вот этот вот XR, который у меня в руках, уже продан. За него я получил 17 тысяч рублей. У нас полностью в оригинале, с документами, не скрывашка, КБ-84. Но еще по нему попозже расскажу. Продаю я его своему другу, коллеге, который тоже занимается роликами на YouTube по перепродажам различных телефонов. Вот на него приложу фото с его канала. А также в комментариях будет ссылочка на его канал. Подписывайтесь. Он снимает очень-очень годные ролики. Хотя только-только постигает в этой сфере. Немножко расскажу о своем XR. Я очень рад, что им пользовался. Хороший телефон. Купил я его недорого. Так я работаю в скупке. Он у нас полностью в оригинале с аккумулятором 84%. До сих пор еще емкость не упала с момента того, как я пользовался им чуть больше месяца. Но выцвел вот чехольчик. Это расходник, в принципе. На него у меня есть комплектная коробка и зарядка. Сейчас мы все это отправлять будем в Челябинск, упаковывать и отправлять. Думаю, что на его канале уже выйдет тоже ролик, как он его получил. Возможно, может быть, пройдет какие-то тесты в сравнении с другими Android-телефонами. А на этом данную историю пока что мы завершаем. Мы с вами уже остановились на 11-м айфоне. Спустя примерно полгода выросли с 6s до 11-го. Спасибо всем, кто меня смотрит. Будем двигаться дальше.